интервью сейчас девушку одну, которая мне рассказала о том, что вчера она воспользовалась тарифом попутчик. Не буду ее выкладывать, но хотя мне все же пишет на самом деле, да? Так вот, что она мне рассказывает? Говорит, смотрю на 150 рублей дешевле, думаю, дай воспользуюсь, что же это такое-то? Сказала опять же, что это первый и последний раз было. Садится. Значит, смотрит вроде так визуально девушка, ну, хорошо одетая, все культурно, и она ей говорит, слава богу, переживала, думала, может, какой сейчас алкоголик будет. И она ему, и она вот эта пассажирка, которая уже ехала ранее, а я есть алкоголик. Вот это поворот! И ей вот так выдала, она говорит, блин, трындец. Сидела всю дорогу, говорит, перегар этот нюхала. Короче, сказала, больше пользоваться этой функцией не будет.